Только представьте, если бы у вас была возможность арендовывать вычислительные мощности компьютеров по всему миру и использовать их для обработки анимации, вычисления сложного алгоритма или рендеринга видеопроекта. Сегодня у нас на обзоре децентрализованная peer-to-peer платформа Golem Network. Golem – это децентрализованная вычислительная сеть, которая одновременно является суперкомпьютером. Любой пользователь может арендовать вычислительную мощность у Golem Network или продать ее, получив вознаграждение. В сети Golem задействованы как целые вычислительные центры, так и обычные ноутбуки рядовых пользователей. С помощью Golem Network любой человек или компания может выполнить почти любую операцию, требующую вычислительных мощностей, будь то обработка изображений или видео, проведение исследований, вычисление алгоритмов и так далее. Вся сеть работает на блокчейне Эфириума и смарт-контрактах, что обеспечивает безопасные и прозрачные сделки, а также исключает возможность обмана самой сети или пользователей. Теперь давайте поговорим о том, какие есть возможности у Golem Network. Обработка компьютерной графики, которая займет на вашем компьютере несколько дней, может быть выполнена за считанные минуты. Первая версия Golem Network нацелена именно на обработку компьютерной графики. Golem Network сможет рассчитывать и анализировать различную информацию. Это может быть использовано в бизнесе для оформления отчетов и создания эффективных маркетинговых планов, исходя из проанализированной информации. Машинное обучение. Golem способен обучать искусственный интеллект быстрее и дешевле, чем традиционные методы. Golem может быть использован в науке и медицине для симуляции каких-либо опытов, для быстрого проведения анализов и других процессов. Это лишь малая часть того, на что способен Golem. С появлением новых технологий и постепенной адаптацией Golem Network в повседневной жизни появится намного больше возможностей для использования вычислительных мощностей Golem Network. Давайте подробно рассмотрим, как работает аренда вычислительной мощности в Golem Network. Допустим, вам необходимо обработать компьютерную графику, и вы являетесь заказчиком вычислительной мощности. Также есть несколько владельцев аппаратного оборудования, которые готовы предоставить вам эту мощность. Через использование смарт-контрактов и токенов GNT вы оплачиваете аренду необходимой вам мощности. Далее, исходя из ваших потребностей и типа задачи, Golem Network автоматически подбирает наиболее подходящее аппаратное оборудование и предоставляет вам мощность. Автоматический подбор оборудования для сдачи в аренду очень удобен и выгоден. Например, для обработки какого-то графического фрагмента нужно энное количество вычислительной мощности. Видеокарты справятся с этой задачей быстрее, чем процессоры. В свою очередь, процессоры будут более эффективны для обработки и анализа информации другого типа. Таким образом, Golem Network обеспечивает качественное и выгодное распределение вычислительных ресурсов для пользователей. Как же реализована безопасность в системе Golem Network? Подписанные и зашифрованные сообщения внутри сети Golem обеспечивают аутентичность, которая защищает от атак типа посредник и пассивного сбора данных. Вычисления выполняются в изолированных средах с минимальными привилегиями и отсутствием внешних сетевых подключений, что обеспечивает максимальную безопасность. Механизмы белого и черного списков позволяют провайдерам создавать сети доверия и запускать только те приложения, которые выпущены доверенным разработчикам. Система репутации в Golem Network позволяет обнаруживать вредоносные узлы в сети и устранять их. А узлы, которые работают исправно с каждой выполненной задачей, будут повышать свою репутацию. Golem Network работает на базе блокчейна Эфириума, что обеспечивает создание механизмов безопасности на основе пользовательских платежей. Перейдем непосредственно к приложению Golem, запущенному в тестовой сети. Во вкладке Network вы можете настроить ползунок, определяющий количество мощности вашего компьютера, которое вы хотите сдать в аренду. В разделе Advanced можно более гибко настроить потребление сдаваемых мощностей в аренду. Теперь перейдем к тестовой обработке графики в формате Blend. Для этого перетаскиваем во вкладку Тест необходимый файл. Далее система автоматически проверит файл на целостность и выдаст уведомление о том, что тест пройден. Сейчас необходимо задать настройки, по которым будет обрабатываться наш файл. Устанавливаются разрешение, формат на выходе, frame range и папка для сохранения конечного файла. Все эти настройки можно сохранить в качестве пресета для большего удобства. Далее необходимо настроить task и subtask таймауты. Это время, которое отводится на рендеринг проекта. Более подробно описано на официальной странице Golem Network на GitHub. Следующий параметр – это цена выполнения задачи. Чем больше цена за час, тем быстрее ваш проект обработается. После завершения всех настроек проект запускается и добавляется в список. Спустя некоторое время, зависящее от выставленной ставки за час, ваш проект начнет обрабатываться. После окончания обработки вашего проекта его можно найти в папке, которую вы указали в настройках.
Это всего лишь базовые возможности Golem Network. Разработчики планируют использование сети Golem во всех сферах, требующих вычислительных мощностей, а также запуск обновленной версии, работающей с разработчиками и приложениями. Сегодня в облачном вычислительном пространстве доминируют такие гиганты, как Amazon, Microsoft и IBM, что приводит к неэффективному ценообразованию. Golem Network призван нарушить такую монополию и свести к минимуму неэффективность распределения вычислительных мощностей. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Также загляните в описание и подпишитесь на наши социальные сети.